Всем привет, друзья! У нас тут карантин, короче, нечем заняться. Буду с вами говорить в маске. Хотя, жопа эти маски. Короче, сегодня расскажу вам про вот два таких интересных ножика. Это у нас новинки от фирмы Raike. Эти ножи у меня впервые на обзоре. Вот, они, конечно, этот у нас ножик побюджетнее, этот подороже. Прям цена там капитальненькая. Перейдете по ссылочке, посмотрите, удивитесь. Но ножи, я так думаю, своего стоят. Они меня очень впечатлили, они офигенные. Режут, что, короче, Вася, масло режут. Короче, сами увидите, ничего не буду вам рассказывать дальше. Ножи классные. Смотрим, характеристики, тесты. Все, как вы любите. А также, кстати, напишите в комментариях, что вы делаете в этот коронавирус, эти каникулы, чем вы заняты, потому что у меня уже крыша, Вася, едет. Вот, так что я решил снять вам обзорчик. Погнали смотреть. Первопроходцем будет нож Raike D191B. Первые впечатления от обеих ножей очень приятные. Данный экземпляр поставляется у нас скромно. Нет ничего лишнего, это и хорошо. Этот складной карманный ножик предназначен для повседневного ношения, для применения каждый день и характеризируется как туристический. Лезвие формы Clip Point. Такие ножики считаются универсальными. Они отлично проявляют себя и как инструменты, и в качестве оружия. В изделии применяется сталь марки 8SR13 MOV. Она является нержавеющей и устойчивой к повреждениям. Металлический сплав богат на содержание углерода, хрома, ванадия и молибдена. Неплохо сохраняет остроту и с легкостью поддается заточке. В процессе производства сталь подвергали дополнительной криогенной обработке, что обеспечило высокую прочность итоговой модели. Нож прочный и надежный, собран очень качественно. Я его пытался гнуть, и в руке он как будто монолитный. Это, по моему мнению, знак качественной сборки. Твердость клинка достигает 57-59 единиц по шкале Роквелла. Достаточно неплохой показатель, как для такого типа приспособлений. Длина 219 мм, толщина 3,5 мм, вес очень маленький, всего 120 грамм. Он действительно как пушинка, в руке уверенно и приятно держится. Основой накладки для рукояти послужил современный сверхпрочный композитный материал G10. Это, по сути, стеклоткань, которая соединена с эпоксидными смолами. Готовый материал прекрасно проявляет себя в эксплуатации, выдерживает механические повреждения, действие влаги, высоких температур, хорошо поддается окрашиванию. Металлическое основание рукоятки сделано из стали марки 420. Есть съемная стальная клипса и отверстие под темляк. Характерные черты ножа – это прочность, долговечность, устойчивость к износу и повреждениям. Клинок из модели извлекается при помощи флиппера и фиксируется стальным замком типа фреймлок. За скорость извлечения отвечает осевой роликовый подшипник. Изделие может использоваться туристами, путешественниками, любителями активного отдыха на природе. Годится также для применения дома и при решении бытовых задач. Маленькие размеры экземпляра позволяют брать его повсюду. Кстати, одним из приятных моментов является 5 лет с момента его приобретения, то есть этого ножика. Ну, а как же наши ножики режут бумагу? Я думаю, вы и так уже подозреваете, что очень легко и офигенно, так как они идеально резали мои волосы на руке. Ну, посмотрим, как режет бумагу. Вот первый ножик. Просто идеально. Идеально. Идеальнейшая заточка. Как будто по воде вожу. Все сами видите. Ну а резать я буду вот такой вот канат. Посмотрим. Ну, канат у нас не толстый, но все же имею, что имею. Легко режет. Канат режет легко. С небольшими усилиями, но режет. Это вам, ребятки, непростая веревка.
канат режет. Ну и после резки каната посмотрим, как же будет резать бумагу. Это у нас первый нож. А это у нас красавец, третье обновление M121TZ бренда Raike. Аналогично 108 модели получила улучшение материалов. Еще до премьеры этой модели создатели анонсировали несколько характеристик, а именно применение порошковой стали SRM-S35VN, а также сплава титана TS4. Это складной туристический экземпляр, который без труда поместится в кармане, сумке или рюкзаке. Тип заточки прямой, форма лезвия Normal Blade. Это универсальный классический профиль, который в народе зовется финка. Сейчас такая форма является самой популярной разновидностью клинка. Длина лезвия 9,2 см. Клинок сделан из нержавеющей стали марки S35VN. Эта сталь специально разработана для ножевых клинков. Ножи из стали S35VN отличаются повышенными показателями вязкости при ударных нагрузках, а также легче поддаются полировке в процессе изготовления на фоне клинков из S30V. Нож из стали SRM-S35VN остается острым в течение длительного времени, обеспечивая преимущество над моделями, выполненными из стали 440S и D2. Именно поэтому, если вы купили нож из стали S35VN, можно не сомневаться, что острота лезвия надолго сохранится, даже при активной эксплуатации. Во время производства сталь прошла криогенную обработку. Высокие спуски лезвия отчасти продублированы на обухе и сведены в ребре к задернутому кончику. Клинок модели вращается на оси с подшипниками и шайбой. Фиксация клинка производится с помощью замка FrameLock, который вырезан сбоку с составной титановой рукоятки. Есть также предохранительная система Beta+. Рукоять изделия имеет эргономичную форму, за счет которой ее удобно удерживать в ладони. Переноска новинки осуществляется при помощи контрастной съемной клипсы пластичной конструкции, располагающей клинок кончиком вверх. Вес модели составляет 110 грамм, в длину нож достигает 21,5 сантиметра, толщина клинка 3,5 миллиметра. В качестве материала рукоятки был использован TS4, то есть титан. Твердость металла достигает 58-60 единиц Роквелла, что является хорошими показателями для такого типа инструментов. Применять экземпляр можно дома, в поездках, турпоходах и путешествиях. Изделия легкие и компактные. Это значит, что носить модель можно при себе, и она вполне годится для каждодневного применения. Это качественный прочный инструмент, который будет служить долго и эффективно, устойчив к повреждениям, коррозии и очень долговечный. Удобен при использовании, и на него есть также гарантия 5 лет с момента приобретения. Ну а теперь второй ножик. Вот этот. Просто идеально, все так же. Просто бомбически, смотрите. Мелкими-мелкими кусочками отрезаем, мелкими. Ножики идеально заточены, у них лазерная заточка, как я понимаю. Они просто офигенны. Ну и давайте посмотрим, как наш второй нож режет. Вот этот красавчик. Обалденно режет. Обалденно. Резать я много не буду, потому что мне нужен этот канат. Я его покупал не для тестов. А у нас сейчас карантин, и каната не купишь нигде. Так что режет. Я не хочу сильно жать. Если я буду сильно жать, то есть я слегка жму. Вот, я сильно нажал, сразу обрезал. Сильно нажал, сразу обрезал. То есть без проблем режет. Идеально. Я просто легко жму. Ну и после резки нашего вот каната посмотрим, как будут наши ножи резать бумагу. Все ту же тоненькую бумагу. Первый ножик.
как будто ничего не было. Офигенно, офигенно режет бумагу, офигенно. Как будто мы никакой канат не резали. И второй ножик. Я хочу заметить, толщина у нас у второго ножика. Да нет, хотя не больше. Я думал, что толщина больше, не больше. Опуха не больше толщина. И второй ножик. Идеально. Все так же и идеально. Как будто и ничего не было. Как будто мы никакой канат не резали. Сейчас зацеплюсь. Все идеально. Второй ножик. Вот такой у нас сегодня получился интересный обзорчик. Напишите в комментариях, как вам он, как вам ножики. Смело могу рекомендовать данные ножи. Если вас устраивает ценовая категория, то как бы смело можете покупать, если они вам нужны. Ну, в общем, что этот ножик офигенный, что этот офигенный. Меня они лично не то чтобы впечатлили, но я приятно удивлен. Так как знакомлюсь с фирмой Raike, с ее ножами впервые, вот, и они очень хорошего, офигенного качества. Опять же, ножи держатся в руке как монолитные, они не шатаются, не ходят, то есть просто бомба, пушка, гонка и все дела. Пишите, Вася, пиши в комментариях, что ты там делаешь в этом летние, эти весенние дни в карантине, потому что крыша уже едет. Чем ты занимаешься, может, я тем же займусь, хотя все фигней страдают, я думаю. Всем спасибо за просмотр, скоро будет еще много интересного, полезного. И ножик реально классный. Ссылки будут в описании, если захотите себе, ну, хотя бы посмотреть, ознакомиться там с какими-то деталями, может, я не все осветил. Вот, и, короче, пока. Да, пока. Комментарии там напишите, что делаете, потому что это капец. Пока.